сейчас у всех жителей Харькова есть такая уникальная возможность окунуться в культуру Индии, посмотреть, как оно все есть, вот, скажем так, в жизни. Здесь у нас различные предметы вот индийской культуры. Это и одежда, это вкуснейший чай, рис, специи, мебель, украшения. Индия вот как раз та страна, которая славится своими природными минералами, драгоценностями. Здесь вы можете найти все как бы на любой вкус. Это платки, это одежда, это интересные сувениры, которые можно найти только в Индии. Индийские женщины любят так, чтобы дорого-богато, побольше всего, больше камней, ярче камней, соответственно, чтобы камни натуральные. У нас представлены и массивные украшения, и поменьше, на любой вкус и цвет. Хотите, вот, пожалуйста, с жемчугом, с натуральными камнями. Есть те, которые уже немножко обработаны, то есть, ну, в основном у нас, конечно, натуральные камни. Есть в мельхиоре, есть в серебре. Большой выбор жемчуга, как на шею ниточки, так и серьги, кольца, камни натуральные в отдельном виде, также бусы. Чем больше, тем лучше, тем богаче. Сари. И это такое 6-метровое длинное одеяние, которое специальным способом девушка одевает на себя. Есть также различные халаты. У нас очень много одежды из хлопка, из льна. Все ткани натуральные, рубашки, юбки, сарафаны. Самое главное, чем славится Индия, то, что у них все натуральное. Гордостью Индии также считается их постельное белье и покрывало. Все из натуральных тканей. Это хлопок, это лен, это марлевка, это шелк. Вот индийские в основном чаи. Вот этот есть Ассам. Есть южный индийский чай Нилгири. И есть то есть чай, который считается королева чая, это чай Дарджилинг. Эти чаи, они по своему вкусу и крепости. То есть Дарджилинг это самый такой более ароматный. А сам и Нилгири, они по терпкости своей, они крепкие чаи. Дарджилинг вообще считается королева чая. То есть когда первый дождь весной, то его листики после первого дождя, когда собираются, то это самый вкусный, самый ароматный и одна из дорогих сортов чая считается. Приглашаем всех харьковчан познакомиться с индийской культурой, окунуться в это все. Мы здесь находимся с 14 числа, с 14 июня по 1 июля во Дворце спорта. Позитивная энергия от ЕСС. Дьян лагта.